Над определением термина «газон» задумались в администрации Архангельска. Согласно правилам благоустройства, так называется участок, который преимущественно занят дерном. Чиновники предлагают расширить это определение и считать газоном участки, занятые кустарником, и территории, огороженные бордюрным камнем. По итогу совещания было принято следующее решение, что департаменту градостроительства муниципального образования вынести на общественное обсуждение поправки в правила благоустройства муниципального образования, а именно это определение газона, содержащееся в пункте 1.5 правил благоустройства. Также газону предлагают приравнять участки, где уже нет растительности, однако она может быть там восстановлена. Новое определение должно помочь в борьбе с неправильной парковкой машин в городе.